Я вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. І, як завжди, по середах ми спілкуємося з юридичних питань. Тема нашої сьогоднішньої розмови і передачі – безоплатна правова допомога, кредитний договір, наслідки невиконання кредитного договору. Якщо вас зацікавить ця тема, ви можете поставити свої запитання. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон 76 92 42. Він буде періодично з'являтися на ваших екранах, тож телефонуйте. А зараз я хочу представити своїх співрозмовників. Це Наталія Гнатуша, начальник відділу по роботі з адвокатами 2-го Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, та Тетяна Гриненко, адвокат, який працює в системі надання безоплатної правової допомоги. Вітаю вас, панове, в нашій студії. Дякую, що ви сьогодні спілкуєтеся зі мною і з нашими глядачами. Я сподіваюся, що будуть телефонні дзвінки, телефон студії 76 92 42. На початку нашої розмови давайте нагадаємо все ж таки, що таке безоплатна правова допомога і, власне, що вона в себе включає. Безоплатна правова допомога – це правова допомога, що гарантується державою і повністю або частково надається за рахунок коштів державного бюджету України або місцевих бюджетів. Взагалі, безоплатна правова допомога поділяється на два види – це первинна і вторинна. Первинна правова допомога включає в себе такі види правових послуг, як надання консультацій, роз'яснень з правових питань, надання правової інформації, складення заяв, скарг та інших документів правового характеру, а також надання інформації про доступ особи до безоплатної вторинної правової допомоги. Безоплатна ж вторинна правова допомога – це вже вид державної гарантії, який забезпечує доступ осіб до правосуддя. Це захист, це здійснення представництва інтересів особи в судах, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та перед іншими особами, а також складення документів процесуального характеру. Мені цікаво, хто має право все ж таки на безоплатну правову допомогу? На безоплатну первинну правову допомогу мають право всі громадяни. А що стосується безоплатної вторинної правової допомоги, то вичерпаний перелік осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, визначений законом України про безоплатну правову допомогу. Це, зокрема, особи, у яких середньомісячний сукупний дохід їхньої сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму. Це інваліди, які отримують пенсію або допомогу, яка нараховується замість пенсії, у розмірі менше 2 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Це також діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які проживають в складних життєвих обставинах, які постраждали внаслідок воєнних дій або збройних конфліктів. А також це ветерани війни або особи, які підпадають під дію Закону України про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту. Крім того, це особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження або поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. Особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку. Також це особи, реабілітовані відповідно до законодавства України. І особи, які підпадають під дію Закону України про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового Давайте захисту. Давайте відповімо на телефонний дзвіночок, вже на початку нашої програми є, а потім продовжимо, куди треба звертатися, нагадаємо нашим глядачам. Будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий день. Скажіть, пожалуйста, от у мене украли кредитну карточку, і банк сказав, не будете платити, значить, заберемо квартиру. И я вот выплачиваю ворованный кредит, несмотря на то, что я принесла с СБУ следователю фотографии, кто украл, все. Они завели уголовное дело, но ничего, никого никто не ищет. Это первый вопрос. У меня вот куда мне, что мне делать? Я плачу ворованный кредит. Да, и какие еще питания? У меня трое детей инвалидов. Первая, вторая группа. Психически хворые двое первой группы. И какие еще питания? Я вот плачу ворованный кредит. Первое. Второй вопрос. 3 года назад у меня изнасиловали внучку. И завели уголовное дело. И сказали, что она по согласию, несмотря на то, что этот человек был предупрежден, чтобы он от нее отстал, так как она психически хвора
инвалид второй группы, девочка. И вот оставили все, человек гуляет на свободе. Давайте так, ми відповімо на перше питання, оскільки тема сьогоднішньої розмови нашої прямого ефіру – це кредитний договір, ми торкнемося. А зараз ми зможемо відповісти, куди звернутися, і, можливо, там вам експерти зможуть надати допомогу щодо вашого і другого питання. Власне, куди треба звертатися? Да, я так зрозуміла, що в обох випадках особи є потерпілими у кримінальному провадженні. Тому я раджу вам звернутися до 2-го Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який розташований за адресою міста Миколаїв, вулиця Космонавтів, 61. Телефон для довідок 44 54 60. Центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години. А щодо першого питання, я сподіваюся, ми зараз будемо говорити щодо анонсованої теми, і ви зможете отримувати відповідь. Пані Тетяна, ви адвокат, власне, який безпосередньо працюєте по зверненню щодо кредитних договорів, і, власне, у нас вже є перший телефонний дзвіночок. Якщо все ж таки виникають проблеми щодо виплати кредитного договору з банком, їх бажано вирішувати в досудовому порядку, чи все ж таки одразу звертатися до суду? Я хочу сказать, первое, то, что кредитный договор заключили, есть определенные сроки, если возникают какие-то условия, не позволяющие своевременно оплачивать, можно с банком этот вопрос урегулировать. Это как досудебный порядок. Если человек просто не имеет никакой возможности, потому что ситуации разные бывают, случаи разные, и банки сами обращаются в суд. Тут уже человек никуда не денется, он должен ходить в суд, а не пускать просто все это на самотек, потому что он может таким образом уменьшить взыскание штрафных санкций и потом в дальнейшем рассрочить само исполнение решения суда. У будь-якому випадку, якщо виникають проблемні питання, треба звертатися або до банку, так? Да, конечно. Або пояснити, що, власне, відбувається. Да. Не так, щоб ігнорувати дзвінки, либо не приходити і просто не платити. Банки теж, там є нормальні люди, які працюють, і якщо людина принесе документальне підтвердження о том, що він болів, либо там щось произошло, там, я буду платить, и понемногу он выплачивает, то банк, конечно, всегда пойдет навстречу. А какие пом'якшуючі обставини, так скажем, в таких випадках, якщо там іде? Знаете, это тяжело сейчас объяснить, Хвороба, вы уже сказали. Да, так. Конечно, если человек заболел, сильно заболел, и ему нужны деньги на лекарства, да, и он потратил ту часть денег, которую рассчитывал внести за кредит. Можно это объяснить, но потом в дальнейшем выплачивать дальше. То есть попросить отсрочку, чтобы месяц-два, допустим, дали кредитные каникулы, можно на полгода, на год. И потом сделать реструктуризацию, чтобы продолжить срок действия договора, чтобы не было ему тяжело платить. Сроки указаны, допустим, на 3 года взял. Там разбита сумма на 3 года. Если он просит каникулы, ему не начисляют проценты, либо он платит только проценты, а тело не платит. Там разные просто схемы есть, и сразу так все не объяснишь, потому что сейчас скажешь, а другой скажет, а вот я слышал по телевизору, сказали так. То есть каждому клиенту индивидуальный будет подход в зависимости от той проблемы, которая возникла, и чем он ее подтверждает. Вот как, допустим, люди, которые уходили в АТО, им предоставили льготу такую, что он предоставляет справку, и банк тогда не начисляет те проценты или кредиты за невозможность оплачивать, либо находить на возможность родственники, все-таки они стали потом получать заработную плату. Это первое время у нас была проблема о том, что не выплачивали. Вот поэтому я бы предложила так, что если возникает вопрос, первоначально этот вопрос пытаться все-таки с банком решить, написать заявление о том, что ты не можешь в данный момент платить, но по возможности будешь выплачивать. Если нет, банк подает в суд, когда возникает срок уже обращения в суд. Если банк не подает иск в суд, человек может подать сам, расторгнув договор в связи с тем, что он не может выполнять условия, которые повысилась процентная ставка. Банки многие сами повышают самостоятельно, что нельзя. И в связи с этим увеличиваются и штрафные санкции, и общая сумма задолженности. То есть человек не мог этого всего ожидать, и как снежный ком, эта задолженность все больше, больше, больше. А
При расторжении договора и подаче иска в суд на тот день, ну, как он обратится в суд, банк должен приостановить, и суд зафиксирует ту сумму на момент подачи, когда он подал иск или mm-hmm. расторгнули договор. То есть остановит mm-hmm. начисление процента штрафных санкций. Згідно з законом, я хотела mm-hmm. да, відповісти вас. Да, звонили по телефону, сказали, что был кредит взят, кредитная карточка была взята. И это говорит о том, что был заключен кредитный договор. То есть выдана была полностью сумма. Сумму получили, но эту карточку украли у человека. Конечно, первым делом надо было заявить в милицию. Я так понимаю, заявили в милицию о том, что карточка украдена, и должны были найти того человека, потому что, снимая с банкомата деньги, ну, у нас сейчас могут снять и без пин-кода, либо подобрать пин-код. Ну, украли у человека. Этот факт подтверждается. Банк может приостановить в связи с этим выплату, заблокировать карточку. Но тот кредит, который был взят, и уже частично либо возвращен, либо нет. То есть только этот, ну, возвращает. А не так, что, как она говорит, я возвращаю украденный кредит. Если на карточке угу. были деньги, и человек чужой снял эти деньги, да, он воспользовался этими деньгами, он их украл. С него потом можно взыскать в рамках уголовного дела, если найдут этого человека, подать гражданский иск и все это возместить. Потому что человек ложит, допустим, закрывает задолженность по кредиту своими деньгами сейчас, но не забываем о том, что именно он подписывал кредитный договор. И обязательства по возврату все равно лежат на том человеке. Просто вот моменты тут надо выяснять, были ли на карточке деньги, сколько он снял, почему не заблокировали вовремя. То а заблокувати это... мають відразу конечно, ж, так? Конечно, позвонить, до банку. Да, сказать, что у меня украли карточку, заблокируйте, пожалуйста, чтобы просто деньги не снимали. Но продолжать по кредиту погашать ту сумму, которая была снята, угу. должны. Но проценты не начислять с тех денег, допустим, которые... Вдруг сняли с карточки, украли. Це вже на розгляд Он ими банку, не да? воспользовался. Це банк може. Это все надо письменно банку, угу. конечно, объяснять, писать, просить, чтобы угу. подход был такой. Телефон студии 76-92-42. Мы говорим про кредитный договор и наслідки невиконання кредитного договора. До речі, пані Тетяна, якщо щодо наслідків, які наслідки, згідно з українським законодавством, щодо невиконання кредитних договорів? Ну, последствия какие? Это обращение с иском в суд о взыскании суммы задолженности. Естественно, будет взыскана не только сумма задолженности, но и штрафные санкции, предусмотренные договором. Но, опять-таки, надо смотреть, чтобы были четкие расчеты в иске указаны. Какие штрафные санкции? Пеня, штрафные санкции за просроченный период. Законодательством у нас предусмотрено, пеня и штрафные санкции взыскиваются в течение только одного года, а не за весь период, когда возникла задолженность. Также надо смотреть внимательно о сроках исковой давности. Если кредитор обратился в суд, посмотрите, когда был последний платеж, оплата, и, возможно, прошло 3 года. Это говорит о том, что прошел срок исковой давности. Сам по себе суд либо кредитор не будут говорить о сроках исковой давности, которые прошли. Только если заемщик почитает внимательно, посчитает, либо адвокат ему скажет, что срок исковой давности с момента возникновения права обращаться в суд с иском истек, прошло более 3 лет, вот, то об этом надо ходатайствовать в суде, чтобы суд применил сроки исковой давности. Если ходатайства не будет такого, суд не будет смотреть на это. Ті, хто був пов'язаний, зараз, власне, працює, так би мовити, з банком щодо укладання кредитного договору, знає, що таке є поняття як поручитель, так? Да. Поручителі. Хто це такі особи і наскільки зараз, так скажімо, безпечно виконувати таку роль? Ну, я, ну как, опасно или не опасно, всегда в семье есть муж и жена, и в роли поручителя часто выступает кто-то из супругов. Поручители вообще есть, как это не обязательно родственники, это знакомые, также можно друга какого-то попросить, он поручается за исполнение кредитных обязательств заемщика. Тобто є гарантом. Он гарантирует, угу. да. Вот. Также это
финансовый поручитель есть, который, если вдруг заемщик не выполняет обязательства, поручитель, который за него поручался в финансовом плане погасить задолженность, суд имеет право, опять-таки, только через суд предъявить к нему иск, указав, что основное обязательство заемщикам не было выполнено, а так как вы были гарантом, они просят взыскать с поручителя сумму долга. Ну, на этом как бы страх, риск есть. Так, есть риск, да. Уже сподеваться на порядность. Так? Да, есть также имущественные поручители, которые поручаются за заемщика и заключают договора ипотеки, либо заставы. Ну, называется имущественный поручитель. Вот, в частности, как вот муж и жена, допустим, муж оформляет кредит, а жена является собственником квартиры. И она заключает договор ипотеки и выступает в роли имущественного поручителя. Угу. Ну, в данном случае, ну, ипотечные договора, иски должны в суд подаваться банками отдельно имущественному поручителю, потому что он отвечает имуществом. И там может быть также много нюансов, там могут быть и дети прописанные, которые также имеют право на проживание несовершеннолетние, может быть инвалиды, родители. Вот, поэтому тоже вопрос очень серьезный. И чаще всего, конечно, у нас кредиты под ипотеку, они заключались в долларах США. И на сегодняшний день есть мораторий, ну, закон Украины про мораторий на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитов в іноземній валюті. Вот, то есть есть запрет, и суды не могут взыскивать. Заборону від якого числа? Ну, закон от 2014 угу. года, вот, ну, на сегодняшний день он еще действует. Вот, и банки, если подают в суд иск о взыскании суммы задолженности по кредитному договору, пусть он даже в иноземной валюте, они делают перерасчет на гривну, ну, вернее, эквивалент переводят, не перерасчет, угу. а в эквиваленте на гривну, потому что только гривна есть национальная валюта наша, и взыскивать могут в гривне, но не могут подавать иски об взыскании на предмет ипотеки, потому что мы, ну, по договорам, которые заключены вот в иноземной валюте. А, власне, якщо повернутися до поручителів, вони мають знати, що їх беруть в такій якості, ну, використовують конечно, їх в такій функції. Дело в тому, що поручитель обов'язково підписує договор з банком. Не може бути так, щоб чоловік, являясь поручителем, не підписував. З ним заключається точно такой же договор, ну, поручителя банка і поручителя. Я пам'ятаю, наш... предоставляються документи угу. поручителя. Банк може попросити предоставити його платежоспособність, угу. тобто справку о заробітній платі, щоб підтвердити, що в случае, якщо заемщик не виконає, має ли він таку фінансову можливість. Я пам'ятаю, наш попередній ефір, ми, власне, говорили на цю тему, і жінка телефонувала і казала, що мене взяли як поручителя, я не знала, що... Ні, вона... Це не така роль, да, вже? Да, вона не як поручитель, а її в анкеті указали як лицо, знакоме угу. лицо, яке може підтвердити, угу. що вона вас знає. Це вже Берут, інше, да, справа? Да, это совсем другое, это просто они просят, укажите лицо, которое вас знает, и можно с вами будет через него связаться. Угу. Ну, обманный такой шаг. Угу. А потом они начинают звонить, и уже всех, как говорится, всех, кого знают, все, кто указаны, родственники, не родственники, ну, друзья, знакомые. Ну, а до таких знакомые. Осіб можуть якісь... Нет, не могут. Ні, нічого нет, не могут. Да. Тільки до поручителів, які, власне, ставлять свій підпис під... Да, заключен договор поручения, да, и стоит подпись о том, что он уведомлен о всех последствиях. Во-первых, в договоре поручения тоже указывается сумма, которая берется в кредит, какие сроки погашения. То есть там полностью расписано, за что он поручается, полностью или частично, может же частично угу. по, ну, за какую-то сумму. Поэтому только угу. когда заключены договора поруки. Если договора поруки нету, никаких претензий к третьим лицам, которые указаны в анкетах как знакомые,
банк не имеет права предъявлять какие-либо претензии. Є ще таке поняття, як спадкоємець за кредитним договором. Що це таке, що це за особи, які, власне, правові аспекти відповідальності? Ну, довольно часто буває, коли чоловік оформляє кредит, і случається таке нещастя, що він умирає. І з'являються наслідники, які повинні прийняти це наслідство. Ну, наслідники повинні знати о том, що він оформляв кредит. Бывает же, люди оформляют достаточно в крупных суммах кредиты. Вот, поэтому после смерти человека, либо они сообщают в банк о том, что человек умер, предоставляя свидетельство о смерти, что заемщика больше нету. А банк, в свою очередь, должен в течение 6 месяцев, с того момента, как он узнал, что человек умер, обратиться с требованиями по взысканию суммы долга. Либо принимают наследники это, либо они отказываются. Вот, если он не обратился с того момента, либо он не знал, что открыта спадкова справа, ну, не был уведомлен об этом, вот, ну, не предъявился в течение одного года, то он уже лишается права что-либо требовать. Бывает так, что приносят свидетельство о смерти в банк, что там муж умер, там, или кто-то с родственников. Ну, банк принял к сведениям, полгода прошло, он не обратился, но свидетельство у него лежит. То есть он узнал уже тогда, вот полгода ему дается на то, чтобы он обратился либо в нотариальную контору с запросом, открыта ли спадкова справа, либо с требованием к родственникам, которые приняли, не приняли. И бывает часто, что спадкова справа не открывается, наследники не принимают. Официально, и нотариальная контора дает ответ, что прошло полгода, в течение полугода никто не обратился за принятием наследства. Ну, в таком случае банк... Ну, а банк еще может, да, в таком выпадку еще наполягать все же таки на выплате. Никто не принял наследство. А когда принимают наследство нотариально, нотариус дает уведомление о том, что с подкоемцами по данной справе, справа открыта тогда-то, с подкоемцами есть такой-то, такой-то, такой-то. И этот кредит делят по частям, вот сколько наследников есть, в таких частях и делят, в частках, которых они принимают, потому что части не всегда равные бывают, вот поэтому делят между наследниками. С подкоемцами члены родины, так? Да. Может быть, да? Да. Выключено. Ще, пані Тетяно, таке питання. Яка судова практика розгляду цивільних справ, що виникають по кредитних відносинах? Ну, практика довольно большая, и очень много исков в судах находится. Банки у нас как закрываются, вы знаете, переуступают, выкупают банки, переуступают другим фирмам. Хотелось бы вот по прошлому как раз у нас разговору коллектора, когда звонят, так вот напомнить заемщикам, у которых был такой банк, который существовал до этого, подал в суд. И есть решение суда и находится в исполнительной службе на исполнение. И вдруг ему начинают звонить коллектора и требовать этот долг. Так вот, коллектора не имеют права требовать долг по решению, которое получил банк. На официальном, как бы, согласно законодательству, они должны изменить, внести изменения, либо исполнительная служба, заемщик, кредитора, который, вот банк первоначально подал иск, потом переуступили, либо перепродали, то есть провести замену взыскателя, который взыскивает. И только после этого что-то могут они взыскивать и предъявлять. И в судах довольно часто происходят такие ошибки, когда, ну, СЭП-банк у нас был, получает решение суда, направляет в исполнительную службу. Потом, после СЭП-банка, был уже название «банк перекупил», другой банк. А лист исполнительный до сих пор в исполнительной службе лежит на первоначального кредитора. И люди не знают, как поступать. Ну, чтобы знали, все должно быть официально. И замена кредитора происходить на должном уровне с предоставлением договоров, либо переуступки, либо договоров факторинга с первоначальным кредиторам, чтобы они видели, как эта цепочка происходила. У нас же буквально хвилинка залишається нашого прямого ефіру. Що основне мають знати наші глядачі,
люди, які мають кредитні відносини з банком? Еще как подсумок таких наших эфиров. Основное, что они должны знать. Они должны знать график погашения и погашать вовремя кредит. Власне, під чим ставлять підпись, так? Да, читать внимательно условия договора. Ну уж если случилось так, что не могут платить, и уже вот ситуация, что подали иск в суд. Значит, бороться и пробовать предоставить полностью все выписки по счету, полностью расшифровки, ну, расчеты пени, штрафных санкций и просить уменьшить штрафные санкции в связи с тем, что он просто, ну, не платежеспособен, потому что суммы штрафных санкций зачастую в несколько раз превышают долг. Вот, и суды идут навстречу и уменьшают сумму долга. Я вам дуже дякую за участь у нашій програмі. І зараз хочу нагадати нашим телеглядачам, що другий центр, Миколаївський місцевий центр надання безоплатної вторинної правової допомоги, власне, представники якого і сьогодні були в нашій студії, знаходяться за адресою Миколаїв, вулиця Космонавтів, 61, телефон для довідок 44 54 60. Я вам дякую за увагу. На все добре.